Всем привет, с вами Богдан Кочелёв. Сегодня мы смотрим матч 8-го тура. Сегодня Петрозаринский ФКП принимает Великодолинскую Лилию. Мы видим сегодня в составе вышел только Денис, так как он пропустил прошлую игру и заперебовал карточек. Николай с мячом. Макаров. Макаров удар по воротам. И выше в рот. Макаров на ваших экранах. Улыбается, улыбается. Показывает класс. Натенко Андрея без мяча. Напомню, что он играл и раньше за ФКП. Но трансферное окно перешел за Лилию. Смотрим удар. Федоров Дмитрий. Куда по воротам? Михаилюк на наших экранах. Билан был тут воротом, по воротам удар. А, Макаров. Наконец-то. Макаров. Билан на них принимает мяч. Подача. Бес. Макаров по воротам удар. Тут защитники Лилии не дают удар по воротам. Нормально, чтобы он забил гол. Наконец левая подача. Наконечный обматывает двоих игроков. Идет мячом. Он троих игроков обмотал. Это дубль. Некли дает пас Безу. Тут должен быть штрафной. Но судье, наверное, надо купить очки. Судья дает свисток. Первого тайма, счет 0-0. Мы ждем второго тайма. Свисток. Начался второй тайм. Без мяча удар по воротам. Го! Какой момент, бля! Николайчик подает угловой. Опасно. Подачу. Николачук. А шо ж ты делаешь? Вместо Николачука Александр выходит без блока игр. Хаз удар по воротам, но не забил. Подача. О, он охуел! Ебы! Неприятный очень гол для команды ФКП. Очень слабенько проявляет себя ФКП в этом сезоне. Есть еще 5 минут ФКП, чтобы сравнить счет. За Мезеленчика воротника выходит Зуев Сергей. Последние минуты Олег из мяча. Олег вместе думает, кому же. Кто бы мог забить гол. Это подача. Нет. Без боков. Третья замена ФКП. Бернацкий и Дмитрий заходит за мяч Белого Олега. И будет сразу бросать аут. Может что-то сделать для ФКП. Стас Михайлов на очень ранах. И тут забивает. Очень грустный матч сегодня. На табло счет 2-0. Дикёва для мяча. Тут удар по воротам. Судья дает цветочек. И ФКП уступает речка противникам Лилии Великодолинской. И опускается момент таблицы еще ниже. Всем до свидания, с вами был Кочелёв. До новых встреч.